Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. В этом видео хочу сделать обзор трех наборов продукции МИК. Это зеленых фильтров и набора для тонировки немецкой техники африканского корпуса и тонировки американской техники в Ираке и Афганистане. Начну с фильтра. Три баночки в наборе, упакованы в пластиковую упаковку, очень хорошо смотрятся, красивое оформление, блестящее. Фильтр темно-зеленый, баночки довольно объемные, по 30 миллилитров фильтра. Вторая баночка Grey Green, и третья баночка Yellow Green. При помощи этих цветов можно наносить фильтры на русскую технику, на трехцветный камуфляж и американскую, немецкую технику. Как видите, набор всесторонний, и можно его и смешивать, и применять для разной техники. Набор для тонировки немецкой техники африканского корпуса. Состоит также из трех бутылочек. Бутылочка номер один. Натуральный эффект. Африканская пыль. Хороший красивый цвет. Похож на пыль. Похож на песочный цвет. В Африке он немножко белесый. Стрейтинг эффект. Это эффекты потеки. Потеки от дождей, от пыли и от грязи. И третья баночка. Это смывка. Смывка для техники африканского корпуса. Очень хорошо с этой продукцией работать. Хорошо эта химия разводится. Очень хорошо растушевывается white спиритами. Можно убрать лишнее. Или когда в этих баночках начинает заканчиваться, можно подливать white spirit, и у вас набор будет намного долговечней. И набор американской техники для пустыни, тоже пустынная, для войны в Афганистане, в Ираке. Состоит из трех баночек. В баночке номер один пигмент сыпучий, наносить на технику. Баночка номер два – смывка для американской техники в пустыне. Опять же эффект, стрейтинг эффект. Подтеки от дождя. Такой приятный, хороший цвет. Что хочу сказать. При помощи этих трех наборов и разных цветов можно намешивать свой цвет, смотреть, что получается, и наносить его на технику. Можно наносить как на русскую, американскую, немецкую, великобританскую. Это уже вам как нравится. То есть, когда много цветов, можно ими регулировать и добиваться своих. Наборов на очень долго хватает.
так как брать надо совсем немного. Например, когда вы наносите фильтры, если фильтры наносить кисточкой, то расход очень маленький. Хочу порекомендовать эти наборы. Химия на самом деле очень хорошая, и мне с ней очень нравится работать. Эти наборы и многие другие вы можете приобрести в магазине Я-Моделист. Там очень большой выбор и очень приятные цены, за что мне нравится этот магазин. Спасибо, друзья, за просмотры, спасибо за комментарии, задавайте вопросы. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Ждите следующей серии.